Непонятно, кто заходит. Ну-ка, пока это сюда. Мне надо тут хорошенько, а то убери их отсюда. Интересно, не подсоединяется почему. Батюшка! Что-то она говорит. Батюшка. Батюшка, сейчас подожди-ка. Так, кто и откуда? Мария. Так. Батюшка, у меня батюшка, мне шлак подключил сюда. Батюшка, здравствуйте, батюшка. Да я не батюшка, но где вы находитесь-то? Батюшка, вы хотел побеседовать с вами. Где находитесь? Назовите место. Я плохо слышу. Ну а как можно беседовать, если не слышите? Ой. Вам сейчас слышно, нет? Чуть-чуть. У меня сын убежал, у меня сын. В каком городе вы находитесь? Слышишь? Что она говорит? Ой, батюшка, как я хочу с вами поговорить. У нас все записывается, в интернет выставляется, вы не против? Да, Джентльмен. Не. Не против, вы... да? Не, батюшка, не. Ну, говорите, что хотели? Я хотела побеседовать с вами. Мне 71 год. Переводи. 71 год человек. А ты не переодетый, как Шерлок Холмс? Похож на... Да, непонятно что-то. Что? У вас на голове платок такой, или это сетка такая на голове у вас, маскировочная? Мне сын подключил, сын, и убежал. Сын. Сын, говорит, подключил и ушел, убежал куда-то. Ну, говорите, что хотели узнать? Я хотела, чтобы вы помогли за меня. Как звать-то? Мария меня. Мария? Мария? Да, ой, батюшка, Мария. Да Господь поможет тебе, Мария. Вот мы молимся уже. Помогитесь, батюшка. Мне очень плохо. А почему? Ну, не знаю, меня дети бросили. У сын старший меня включил-то и убег. А сколько детей у вас? Трое. Ну а вы их учили, чтобы они в Бога верили, во Христа? Ой, батюшка, они непослушные. Ну вот теперь плоды и пожинайте. Ой, батюшка, помолитесь за меня. Я уже помолился. Ой, батюшка. Ой, а вы, как мне тяжело, батюшка, как... Со Христом будет легко, молись только, доверься Богу. Ой, спасибо, батюшка, дай Бог вам здоровья, батюшка, милый ты мой. А вы в церковь-то не ходите? У меня ноги больные. Ноги больные у меня. Ну тогда на дом призывай священника, чтобы исповедоваться, причаститься. Храм-то есть у вас там? А придут они, может, они не придут? Может, не придут. Ну, может, и не придут, да. Город как называется? Город у вас? Город какой у вас? Санкт-Петербург. Непонятно. Батюшка, а вы православный, да? Да. А как город называется, мы не поняли. Таганрог. Таганрог. Понятно. Ой, батюшка, ой, я хочу с Богу поближе подойти. Ну вот, начинай считать Евангелие, молись, купи молитвослов. Православные легко молиться-то, у них молитвословы есть. Я сыну сказал, чтобы он купил бы большими буквами. Ну, сейчас есть большими буквами, есть псалтырь. Считай, у тебя очки надетые на тебе. Ну, я плохо вижу, И слышу, и вижу, плохо, батюшка.
Ой, Боже мой. Ой, дай Бог, ой, як рада я поглядеть на тебе, ты такой хороший. Ой, батюшка, мне сын нашел, говорит, иди с дедом поговори. Говорит, отец набожный такой. Ой, Боже мой. А сына как звать? Алексей. Моги, Господи, расположи, чтобы он любил вас. Господи Боже мой, батюшка. Батюшка, прости, что я вас отвлекла. Батюшка, ты мой милый, ты мой родной. Ой. Батюшка. Батюшка, спасибо хоть. Милый ты мой. А вы в церковь ходите? Ходим. А далеко? Рядом. 80 шагов. Хорошо вам, хорошо, батюшка. Ну, счастливенько. Я зайду к вам еще.